На этой фотографии Алиса, Василиса и Артем рядом с мамой. А здесь папа Станислав заботливо обнимает детей и еще не знает о том, что буквально через несколько месяцев примет одно из главных своих решений. В зону специальной военной операции впервые Станислав Ульяненко попал 27 мая прошлого года. Никто не принуждал. Говорит, сам почувствовал, что нужно ехать и помогать братьям на передовой. В моей роте ребята не унывают. То есть, если идти прямо на передовую, на фронт, они готовы. Меня просто тянет туда, не знаю почему. Я, в принципе, вот после первого раза, когда приехал, думал, ну, то, что не будет тянуть, а все равно тянет. Ностальгия. Тот первый раз, о котором говорит Станислав, запомнился ему надолго. Старший стрелок только учился держать оборону в Запорожской области. Все случилось в считанные секунды. Рассказывает, страшно не было. Сначала не понял, что произошло, но быстро сориентировался. Оставить без товарищей сослуживцев не смог. Под обстрелы попали сильные, под град. Вот там сильно повезло мне. Был ранен. Но мне в госпитале осколок вытащили, я сразу уехал обратно на передовую. Хоронить, конечно, не приходилось, но оказывать первую помощь, да, оказывал. То есть были люди на грани смерти. Мы спасли их. В заслуженном отпуске Станислав отдыхает, гуляет с детьми и много времени проводит на Воронежских озерах. Здесь он вырос. В Самаре бойца встретили с теплом. Кураторы семей мобилизованных вручили продуктовый набор в рамках проекта «Обращение отпуск». Билеты в театр и цирк для детей. Кроме того, в семье Станислава Ульяненко было организовано льготное питание в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, а также медицинская помощь. Также консультация по оформлению кредитных каникул, если они нужны для семьи. В трудоустройстве вот оказываем содействие также. С каждой семьей работаем индивидуально. То есть, если есть какая-то потребность, мы стараемся ее отрабатывать максимально быстро. Семьям мобилизованных в зону специальной военной операции гарантированы переводы на бюджет, вузы и СУЗы, бесплатное питание в дошкольных и школьных учреждениях, дополнительное образование в спортивных комплексах, а также, что немаловажно, содействие в поиске подходящей работы. Но самое главное... Чтобы у детей все хорошо было. Вот, в принципе, я ради этой цели, наверное, и пошел туда. То есть, как бы, семья живет хорошо. Уже завтра Станислав Ульяненко отправится вновь в зону специальной военной операции. Дети поддерживают отца и считают его героем. Да и сам Стас уже душой и сердцем с бойцами, со своей второй семьей. И пока Алиса, Василиса и Артем пишут папе очередное трогательное письмо на передовую, он вновь отправляется на Донбасс. Уже без страха, с улыбкой, с уверенностью, что победа обязательно будет за нами. Ольга Павлова, Игорь Казановский. События.